Увидели воронежские мальчишки и девчонки в рамках международного фестиваля «Большая перемена». Необычную постановку «Что случилось с крокодилом» по одноименному произведению Марины Москвиной привез в столицу Черноземья Кемеровский театр для детей и молодежи. Сюжет известен всем по мультфильму «Из веселой карусели» 1982 года. Папа-крокодил высидел по ошибке чужое яйцо и по законам природы сначала чуть не съел его, но потом полюбил птенца. И в награду за доброту с крокодилом произошло настоящее чудо. Он научился летать. Трогательную историю поставил режиссер Ирина Латынникова. Все персонажи сделаны из бумаги. Артисты даже брали специально для спектакля уроки у мастеров оригами. Вместо текста лишь звукоподражание и отдельные реплики. Для воронежцев эта постановка – новинка. Но, видя счастливые детские лица, понимаешь, такой театральный эксперимент оказался более чем удачен. Папа! Тут! Не тут! Лети! Папа! Тут! Не тут, лети! Папа! Тут! Не тут! Тут! Не тут! Тут! Не тут! Тут, летай! Не тут! Не тут! Не тут! Полукай! Не тут! Не тут! Не тут! Не тут! Летать! 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 О том, как добро может изменить мир, артисты создали вместе со своими зрителями. В конце спектакля в зале зажгли свет и пригласили малышей на сцену потрогать песок Африки, поиграть с забавными бумажными персонажами. Совсем маленьким даже позволили сесть в песок и повозиться в нем. И родители запрещать не стали, напротив, сами окунулись в добрую детскую сказку. Меня зовут Оля, это сыночек Саша, там сынок Максим, любимый муж Сергей рядом. Мы всей семьей пришли смотреть. Как вам спектакль? Просто здорово. Нам очень понравилось, безумно трогательно. Невероятно здорово. Еще мы с удовольствием смотрели и смотрели. Очень понравилось. Что для вас, для каждого, значит, этот спектакль? Ну, что для нас, для каждого? Мне кажется, что это очень такой близкий нам спектакль, потому что он ориентирован на детей, и дети в этом спектакле, ну, как мне кажется, что они вместе с нами учатся играть. И прежде всего мы пытаемся, как бы, и когда это все получается, пытаемся, ну, воздействовать на их воображение, чтобы они вместе с нами пытались создать историю. И если вы, допустим, сейчас видели, что они вместе с нами проговаривают те же самые слова и отвечают очень односложно, и тем самым, как бы, вот, и мне кажется, что сам, я не могу сказать там, что конкретно для нас этот спектакль, но он очень дорог для нас именно этим. Товарищ крокодил. Я скажу. На самом деле, я играю в спектакле «Папу крокодила», и мне совсем недавно пришла мысль в голову, что вот, играю эту роль, я примерно стал представлять, я еще не папа, но я примерно стал представлять, каким я буду отцом. Ну, наверное, какой-то идеал у меня в голове был создан, и воспитывая ребенка своего, я буду его придерживаться.
сложно. У меня прекрасная возможность разыграться до такой степени, до какой я не могу себе позволить в жизни, да, это делать. Ну, слава богу, мы артисты, мы можем везде это позволять. Но здесь вообще большая площадка для для импровизации, для возможности придумать что-то новое и поиграть с какими-то предметами. Вообще вот этот принцип живого театра, который у нас в нашем театре часто используется, мне кажется, очень ценен, дорог, потому что дети умеют, научаются тогда играть по-настоящему. То, что им по-настоящему близко, и создавать театр, мир, игру из любого предмета. И это ценно и для нас, и для них. И очень ценно и дорого, когда ты слышишь, как дети выходят после спектакля и повторяют какие-то слова, звуки, и ты понимаешь, что да, это в них попало, это очень здорово.